Здравствуйте, мои любимые! Я очень рада встретиться с вами на моем канале снова. Сегодня у нас прекрасный повод. Мы будем с вами делать очередной макияж разными средствами, очень интересными, но в основном, конечно же, вот этой прекрасной палеткой с Рандеву, которую мы с вами еще не полностью протестировали. Сегодня я хочу сделать при ее помощи розовый макияж, использовать вот этот красивый розовый оттенок и вот этот в цвете розового золота. И также вы меня попросили сделать исключительно зеленый макияж, и у нас, слава богу, для этой цели есть еще три неиспользованных оттенка. Вот этот, мне кажется, самый красивый, такой вот блестящий, зеленый. Дальше вот этот болотный мы с вами можем использовать, вот этот. Вы меня просили не использовать коричневых оттенков и сделать исключительно зеленый макияж. Поэтому, конечно же, с удовольствием вы. А вообще мне хочется сделать следующий макияж немножко в другом формате, сделать видео «Собирайся со мной». То есть я встану, вымою голову, при вас ее высушу, наверное, нанесу все уходовые средства для волос, вытяну волосы тем способом, которым я это делаю, нанесу на себя все уходовые средства, нанесу полностью весь макияж, и мы с вами прям вот полностью от начала и до конца соберемся вместе. Так что, если вы хотите такой формат, то пишите обязательно в комментариях. Или, может быть, вы просто хотите такое же видео, как сегодня. То есть, чтобы я просто вот эту вот палетку, но в других цветах использовала. Все по вашим желаниям сделаю, как вам захочется. Помимо этой палетки у нас будут средства из Рандеву, из AliExpress. А также мы сегодня с вами протестируем новый продукт. Очень интересный. Это бюджетный аналог Dior Lip Oil, а также очень известного масла от Clarins. Это масло блеск, которое сочетает в себе полезные свойства бальзама и также декоративное, глянцевое, супер красивое сексуальное покрытие. Заявляется, что оно совершенно не липкое, что оно не течет, что у него комфортнейшая текстура, несмотря на всю вот эту прекрасную глянцевость, что у него абсолютно универсальные оттенки, что это средство сочетается и с губными помадами, и с карандашами, и мы сегодня с вами все это проверим, так это или нет. Это действительно бюджетный аналог очень дорогих средств. Одно масло стоит 900 рублей, но у меня сегодня набор из трех масел, который стоит 1600 рублей, и покупать, конечно, такой набор гораздо выгоднее. Здесь три оттенка. В качестве подарка это средство будет просто, мне кажется, великолепным. А также можно заказать весь набор, оставить одно себе, а два подарить маме, сестре, подружке. То есть вот так вот выгодно вложиться в такие классные средства. Сегодня вместе с вами их распакуем, рассмотрим. Пока показываю вот такую коробочку в виде амбре из красного в белый. На обратной стороне коробочки указано описание и также оттенки. Итак, для сегодняшнего розового макияжа я надела вот такой вот яркий розовый топ, а также у меня прекрасные серебряные серьги с AliExpress с белыми фианитами, а также с розовыми вставками. То есть все у нас сегодня в цвет. Кисточки я буду использовать с AliExpress, я их предварительно помыла, чтобы цвета у нас с вами были чистыми. Я напоминаю, что на мне нанесена легкая тональная основа, также сделан очень легкий контуринг, нанесены румяна, заламинированы и покрашены брови. У меня есть отдельное видео на моем канале о том, как я это делаю, так что у меня татуаж на бровях. Заламинированы у меня и нарощенные ресницы, также у меня два отдельные видео на эти две темы есть на канале. Также я вам все эти ссылки в описании оставлю по вот этим вот процедурам, которые я сама для себя делаю, для того, чтобы быть вот настолько ухоженной. На губах у меня ничего нет, это татуаж. Также у меня подколоты губы. Итак, все, давайте приступать. Ссылки в описании и скидочный промокод на Рандеву я вам всегда свой оставляю на 10%. Обязательно пользуйтесь, экономьте. А суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Он у меня многоразовый, постоянный. Просто запомните его и применяйте ко всем своим последующим заказам. Итак, давайте уже приближаюсь к вам и начинаем сегодняшний макияж. Итак, первое, что мы сегодня с вами делаем, это берем самую пушистую, самую мягкую и легкую кисточку с AliExpress от фирмы Docolor, которую я всегда использую в этих целях, и берем самый яркий розовый оттенок, который только существует в этой палетке, и прям так, не стесняясь, будем наносить его на неподвижное веко. Я этого никогда в жизни не делала. Я всегда на эту зону наносила коричневые оттенки. Но, похоже, пришло время что-то менять, что-то пробовать новое. Да, ведь не попробуешь, не узнаешь. Потому что нужно как-то выходить из привычных каких-то рамок.
Ничего страшного не случится, если мы с вами сегодня это попробуем, что-то новое для нас, так ведь? Я совершенно не предлагаю краситься таким образом на повседневку, каждый день. Но мне самой лично очень нравится попробовать на себе разные вот такие вот макияжи, которые для меня совершенно не характерны. Тем более я блогер, и кому как не мне проводить такие эксперименты, правда ведь? Дальше, следующее, что мы с вами будем делать, это, конечно же, затемним складку века. Для этого мы возьмем кисточку поменьше, тоже совершенно традиционную, от Docolor, и наберем какой-нибудь оттенок, который нам для этих целей будет наиболее подходящим, который подчеркнет одновременно и нашу розовинку. Мне почему-то хочется коричневый сюда добавить. Хотя вроде клюквенный здесь бы смотрелся хорошо, но давайте попробуем начать с коричневого. Наберем его совсем чуть-чуть, стряхнем излишки и углубим вот эту вот самую складочку. Потому что в прошлый раз, когда мы его с вами тестировали, это было самое первое наше видео макияжа. Я помню, что этот оттенок дал такой даже немного коричнево-сиреневый оттенок, и мне очень это понравилось. Следующее, что я буду делать, это возьму кисточку еще поменьше, вот такую из этого же набора, и наберу сначала розовый оттенок, вот тот самый первый, положу его вот сюда. Совсем немного. Дальше возьму клюквенный оттенок, нанесу его вот сюда. И также у нас с вами есть очень интересный в уголочке оттенок фуксия, который я почему-то, на который я не обратила внимания. Совершенно зря я это сделала. Я нанесу его вот сюда посерединке. Далее я наберу наш любимый коричневый оттенок. Все понимаем, о каком оттенке идет речь. Он здесь у нас один единственный. И вот сюда вот так вот. Вот таким коричневым оттенком я соединю нижнее веко с верхним. Вот так. Дальше что мы будем с вами делать? Это наносить светлый оттенок, самый светлый, классический, который у нас в уголочке находится. Вот сюда в уголочек. Все совершенно по классике. Высветляем эту зону. Здесь, здесь. И под бровь наносим. Мы берем тот самый прекрасный цвет розового золота и какую-нибудь кисть, например, вот такую, цвет розового золота, который я вам показывала в начале ролика. Это кремовый оттенок. И вот так вот оно на нас наносится. Очень мягко и очень глянцево. Немного оттягиваю веко, чтобы у меня получилась гладкая линия. Делаю здесь вот такую четкую линию, чтобы визуально увеличить глубину глаза. Тем более кремовость этого оттенка позволяет это сделать. Теперь чуть-чуть еще этого оттеночка набираю и вот сюда. Хочется мне добавить прям сам уголочек. Теперь нужно нам немножечко затемнить кончик. Я это буду делать коричневым оттенком. Вот здесь. Сделаю такое легкое-легкое затемнение. Дальше, следующее, что мы возьмем. Традиционный мой шаг. Это вот такая плоская скошенная кисть. Кстати, вам надо на нее тоже ссылку на Алиэкспресс оставить. Я ведь
забываю это сделать. Я ее сбрызгиваю мицеллярной водой, отложу шпазы. Дальше я беру абсолютно любые черные тени, матовые. И я дублирую стрелку, которая у меня уже сделана в виде татуажа, но тени ее немножечко приглушили. Обязательно вот так уголок прокрашиваю. Стрелка у меня сегодня толстенькая получается. Ну и хорошо. Следующий шаг, который мы с вами делаем, это будем красить ресницы тушью. Это у меня тушь Кабаре от Vivienne Sabo, водостойкая. Я вам ее в каждом макияже показываю. И продолжать собираюсь это делать постоянно, потому что это самая замечательная тушь в отношении цена-качество. Да мне вообще кажется, что она могла бы стоить гораздо дороже, насколько она хорошая. Не сыпется, не течет, не расслаивается, не отпечатывается. Накрасил и забыл, не нужно ходить и проверять, все ли у тебя в порядке с макияжем. И снег, и в дождь, и в бассейн. Везде в ней можно. Самое главное, что она смывается также без проблем гидрофильным маслом вечером. На рандеву я всегда заказываю со своим скидочным промокодом. Плюс баллы всегда применяю, которые даются вам в подарок после каждого вашего заказа. И также не забывайте оставлять отзывы на товары, которые вы заказывали. Вам за каждый отзыв 25 баллов будет начисляться. А там 1 балл равен 1 рублю. Представляете? Я за каждый заказ получаю по 600 где-то баллов. А потом их списываю при заказе. И получается, у меня еще все это дело гораздо дешевле. Поэтому, смотря на цену на рандеву, вы сразу вычитаете 10% скидочного промокода и вычитайте количество баллов, которые вы будете списывать. Нижние реснички нужно постараться прокрасить очень тщательно и аккуратно при этом. Следующее, что мы с вами будем использовать, это, конечно же, наконец-то вот эти прекрасные бальзамы, которые у меня прям руки чесались открыть, но я без вас этого делать не буду. Здесь 3 оттенка. Начнем давайте с сиреневого оттенка. Вот такая коробочка. И здесь на обратной стороне очень удобная лента, которая открывает эту пленку. Замечательная амбре. О, боже мой. Как красиво выглядит этот блеск. Посмотрите, как здорово. Какой цвет невероятный. Давайте откроем и послушаем аромат. Пахнет очень-очень нежно. Такой легкий, еле уловимый аромат. Просто какой-то теплый, цветочный. Я обожаю такие средства. Я и днем, и ночью их использую. На ночь всегда какое-нибудь масло на губы наношу и сплю. Таким образом у меня губы всегда восстанавливаются. И я не знаю, что такое потрескавшиеся, шелушащиеся губы. Дальше следующий цвет, который я предлагаю рассмотреть. Вот такой вот тепло-розовый, да? Есть еще более холодный розовый. То есть здесь, как этот цвет называется, коралловый, да, наверное, будет. Тоже амбре уже из кораллового, белый. Lip Oil Glow Me написано. Здесь на русском языке все расписано. И также состав указан. Ох, посмотрите оттенок. Прям такой неоновый розовый. Как красиво. Сейчас мы с вами подберем оттенок для сегодняшнего макияжа. Пахнет тоже приятно. Тоже какими-то цветами, но уже более такими яркими, более насыщенными. И последний оттенок. Здесь он более теплый.
Давайте посмотрим все три блеска. Вот так они выглядят. Да, здесь коралловый оттенок, здесь ярко-розовый, здесь сиреневый. Так, давайте послушаем его аромат. Слушайте, на все макияжи, на все случаи жизни. Ой, он здесь тоже не навязчивый, он легкий, но он здесь такой теплый, карамельный уже. Ну и какой оттенок нам сегодня больше всего подойдет? Я думаю, что тут очень логично, конечно же, вот этот. Очень приятная консистенция. Губы с таким удовольствием принимают это средство. Все, много не нужно. Вот просто одно нанесение и все. Средства здесь очень много, хватит его надолго. Для меня, кстати, такое средство непривычно в качестве повседневной носки, потому что за много-много лет я настолько привыкла пользоваться классическими помадами, а сейчас смотрю на себя и понимаю, что я очень много потеряла за это время. Посмотрите, какой нежный вид получается, такой глянцевый, такой натуральный. Губы сразу больше кажутся, такими сочными, такими отражающими свет. Правда, средство не липкое, приятное. Часть его поглощается губами. Кожа губ насыщается, но при этом большая часть остается, оставляя вот такой вот красивый глянцевый блеск и что-то очень натуральное. Мне дико нравится. Мы с вами обязательно два вот этих оттенка протестируем в следующих макияжах. Как видите, он не дает какого-то супер цвета, да, поэтому тут все нейтрально, и можно к любому макияжу использовать эти средства. Можно и на выход, можно и дома таким образом ухаживать за губами. И можно, конечно же, на ночь, чтобы губы ночью восстанавливались. Дальше, следующий шаг, это, конечно же, вода от La Roche-Posay. Мне нужно ее добить. Я вам говорила, что я все время таким образом закрепляю макияж. Особенно на веки. Макияж глаз становится более глянцевым, все частички лучше прикрепляются, прилипают. И покрытие таким-таким водянистым становится, держится до самого вечера. Но эта палетка вообще в плане качества очень классная. Ничего не скатывается, не смазывается, не слетает. То есть я как накрасилась с утра, до вечера я так и хожу. Пока у нас подсыхает на лице термальная вода, я вам покажу самое замечательное масло на свете для волос, которое наконец-то появилось на рандеву. Это Ladur Premium Morocco Argan Oil. Пока оно есть, заказывайте его. Я себе две штуки сразу заказала. Это самое лучшее средство, которое только придумали для волос. Его можно использовать и на влажные волосы, и на сухие. Буквально 2-3 нажатия. Я хочу на самые кончики его добавить, чтобы они у меня напитались, были здоровыми, красивыми, ухоженными. И вот в таком, кстати, сухом состоянии они хорошо поглощают это масло. Видите, я всегда на самые-самые кончики. Вот 2 нажатий. На какое количество волос мне хватает. Дальше я перекидываю волосы на другую сторону и делаю все то же самое. Потому что у меня сейчас вот эта сторона, вот эта, начнет прям пропитываться этим маслом. Самое лучшее, самое великолепное, самое восхитительное, самое натуральное, качественное органовое масло на свете. Я вам говорила, что очень много средств подобных я перепробовала, но лучше этого средства нет ничего. Я очень надеялась и верила, что оно появится на рандеву, и какое чудо произошло. Я недавно сидела и думаю, просто вот в поиске попробую набрать это средство. Я его набрала, и оно на рандеву появилось. Дальше я прочесываю волосы своей любимой расческой от Tangle Teaser. Она сейчас, слава богу, продается на AliExpress по совершенно нормальной цене. Из российского магазина вам ее доставят, то есть это не подделка, не Китай, и смело можно ее заказывать. Следующий шаг, который я выполню, это добавлю лак для волос от Matrix.
Вон у меня с рандеву. Прекрасный лак. Ничего не склеивает, не утяжеляет, не пережирняет, не делает волосы какими-то грязными, какими-то несвежими. Вот так вот, видите, два пшика, и вот такой вот объем у меня появился. Объем на корнях, но совершенно увлажненные, напитанные кончики. Следующее, что у нас с вами остается, я нанесу вот этот прекрасный лосьон для тела на свои руки. Потому что я сегодня делала уборку, мыла посуду, чего я только не делала, мыла кисточки. И нужно обязательно руки привести в порядок перед выходом, защитить их, потому что я сейчас собираюсь с таким розовым макияжем идти в Пятерочку, покорять там людей. Нанесу еще, чтобы и сюда вот тоже на руки попало. Потому что сейчас отопительный сезон, кожа сохнет просто безумно. Посмотрите, какая она сразу же прекрасной становится. Ну и на локти, конечно, нужно добавлять обязательно. Посмотрите, какой сразу же кожа красивой становится. Очень хорошее средство, бюджетное. Я еще масла добавляю в него. Масло апельсина, мандарина. И, кстати, я тут на днях сделала пост о том, что, оказывается, на РНТВУ продаются натуральные эфирные масла. Я совершенно случайно это обнаружила. Причем там масла всевозможные есть. Я вам даже в этом посте перечислила все, которые я нашла. Там есть масло розы, масло апельсина, масло лемонграсса, масло лимона, масло мяты, масло различных хвойных. То есть вообще на любой вкус и цвет, по разным ценам, но самая минимальная цена там 117 рублей, представляете? Я вам говорила, что у меня есть масло для душа, которое я использую каждый вечер перед сном, и оно ничем не пахло, я просто купила лавандовое масло, туда добавила 10 капель, и сейчас у меня в моем арсенале есть замечательное масло для душа с лавандой, и я сплю как младенец после такого горячего душа вот с этим маслом. Я вам очень сильно рекомендую купить какое-нибудь масло мандарина на рандеву за 150 рублей, добавить его в ваш любимый лосьон для тела и просто наслаждаться. Также можно в масло для волос добавить, в любой гель, в любое масло для душа, и все, ароматизация будет обеспечена. Можно и воздух ароматизировать, если у вас есть увлажнитель воздуха, просто пару капелек масла туда, и все, и ваша комната будет пахнуть тем ароматом, каким вы пожелаете. А еще можно в парфюмеров поиграть. Можно, во-первых, заказать ряд масел и услышать таким образом, как пахнут наши любимые ноты, которые используются в наших любимых парфюмах, как они пахнут в чистом виде. То есть, допустим, как пахнет ветивер. Вот мне очень хочется узнать, и я в ближайшем будущем закажу вот эти вот свои самые такие любимые ноты, которые мне интересны в чистом виде. И после того, как закажем все вот эти масла, можно их немножко посмешивать между собой, да, и какие-то даже парфюмы создавать. Плюс там надо будет немного спирта добавить, вот тебе и парфюмерная вода. А если побольше спирта добавить, то получится мист для тела. В общем, здесь можно импровизировать и правда поиграть в парфюмеров. Поэтому очень советую, я вам ссылку на эту категорию оставлю на рандеву, на эти замечательные масла. В этом магазине все невероятно качественное, поэтому там 100% качество, 100% натуральность. Эти масла действительно будут классные, потому что масел много, масла разные, фирм много, но вот рандеву я доверяю. Никогда у меня еще не получалось такого, что что-нибудь с рандеву приходило, какое-нибудь просроченное, какое-нибудь дешевого качества, да, но по большой цене. Я засмотрелась, я вижу дятел. В прошлом году я его постоянно видела зимой, а нынче вот в первый раз вижу. Матушка, малыш. Ему даже кто-то прибил сало, кусочек на эту березу в том году, все улетел куда-то. Так, ладно. А, кстати, на масла я вам ссылку тоже оставлю, и на одно масло, и на набор масел. Они на Wildberries продаются, то есть их очень легко и удобно заказать. Ну и самый последний шаг, конечно же, завершающий. Чего нам не хватает с вами для полноценного создания образа? Ну, конечно же, парфюм. Сегодня у меня парфюм дня под мой розовый образ.
конечно же, с розой. Это Live Irresistible от Givenchy. Это тот парфюм, который у меня в двух флаконах. Здесь 30 мл, там еще 75 стоит. И нужно мне вот этот флакон как-то добить. Но я не могу это сделать, потому что постоянно тестирую что-нибудь новое. От меня подружки все, мы просто в шоке. Мы как идем с ними гулять, я чем-нибудь таким набрызгаюсь, чего я, ну, не знаю, как пахнет. И они идут, задыхаются, говорят: «Господи, боже мой, Алиса, что это на тебе, как ты это выносишь?» Я говорю: «Я не знаю, у меня задача протестировать, я на себя наношу все, что нужно». А там какой-нибудь, знаете, жесткий унисекс в виде ниши. И вот они у меня бедные, конечно, очень тяжело переносят такие наши прогулки. Вот, ну все, давайте, собственно, наносить этот парфюм. Его можно наносить в большом количестве, потому что тут вот так вот еще. Потому что он настолько комфортный, приятный, мягкий, такой классный, такой обволакивающий, нежный парфюм. Боже, как же я его люблю. Несмотря на то, что я вроде розой наелась, но... Ой, господи, этой розой я не наемся никогда. Насколько же он прекрасный. Вот с вами хочется сразу обниматься, к вам хочется сразу поближе придвинуться, как-то с вами остаться, к вам прильнуть после этого аромата, потому что он очень теплый, и он нравится всем. Так что вот. Ну все, наверное, на сегодня. Нет, не все. Представляете, я забыла еще один шаг. Хотя вроде надо было его сделать до этой термальной воды. Но нет, мы с вами его все равно сделаем. Это палетка контурирующая от Анастасии. И чуть-чуть-то мы все равно с вами ее добавим. Пока она есть в наличии, девочки, заказывайте. Потому что тут многие огорчались из-за того, что Алия, все как нам хочется, все, что вы показываете, а это уже раскупили. Вот палетка от Анастасии еще есть в наличии, поэтому кто мечтал об этом прекрасном супер-пупер люксовом средстве, заказывайте. Оно стоит того, потому что я еле кистью касаюсь, и уже вот такая пигментация. Вам хватит просто на 150 лет этого средства. Дальше я возьму вот эту пудру. И жирный блеск уберу. Ну, тут все стандартно. Я каждый раз делаю все то же самое. Зато вы сейчас увидите, как преобразится мое лицо. Видите, как все хорошо убирается лишнее. Все, никакого блеска в ненужных зонах. Но блеска мы добавим в нужные зоны, вот сюда. Ну все, теперь-то точно все. Я во всеоружие. Боже мой, ну как, кому я такая достанусь? Посмотрите, какая красотка. Вот нужно, девочки, все-таки собирать себя в руки, каждое утро вставать, приводить себя в полный порядок, чтобы потом кое-кто, кто обижал, не ценил, кто бросил, увидел и локти себе кусал. Да ведь? Да ведь. Хватит уже страдать по ним. Все, я пойду украшать этот мир, в частности, пятерочку. И даже мне вот совершенно нисколько не совестно с таким макияжем ярким ходить, потому что принцессы, они ведь, вот они для того и принцессы, чтобы быть вот такими, да ведь? Все, спасибо вам большое за просмотр, все ссылки я для вас оставлю в описании под видео, мне нужно закругляться с ним, потому что солнце уже переходит на меня, и скоро вы меня не будете из-за него видеть. Я вас очень сильно люблю. Всех обнимаю, всех целую. Спасибо вам за то, что вы у меня такие замечательные, такие добрые, такие теплые, за то, что вы меня так поддержали в несколько самых тяжелых периодов моей жизни. Я не знаю, как бы я без вас справилась. За ваши прекрасные комментарии, за ваши рассказы о личных ситуациях, о том, как вам приходилось подобные периоды переживать, о том, что вам помогло. За все ваши ссылки, которые вы мне скидывали, на различные медитации, на все, что может мне помочь. Я правда всем этим пользуюсь, и мне это действительно очень помогает. Все ваши истории помогли. Спасибо вам за то, что вы у меня такие сердечные. Я безумно благодарна жизни, что я собрала такую замечательную аудиторию. Вы действительно не просто мои зрители, вы мои близкие друзья и даже родные люди.
Спасибо вам еще раз огромное-огромное за то, что вы у меня есть, за то, что вы меня смотрите. Я вам желаю всего самого-самого прекрасного, чтобы у вас было всегда замечательное настроение, чтобы вы были полны сил, энергии, чтобы вы были самыми красивыми, самыми счастливыми, чтобы люди ценили вас, чтобы они окружали вас добром, теплом. Не забывайте, что если какие-то люди говорят или делают что-то плохое, ну, они это делают, наверное, потому что у них в душе какая-то рана сидит. Я думаю, только поэтому. И я убедилась на собственном опыте и точно сейчас верю, что в конечном итоге только доброта может победить. Вот только этим оружием мы сможем сделать мир намного лучше. И внести какое-то понимание с людьми, с которыми это понимание, может быть, в течение какого-то периода времени не складывается. Доброта точно самый лучший инструмент, поэтому желаю вам добра, всего-всего самого замечательного. Целую, обнимаю, встретимся совсем скоро, поэтому всем до этих самых скорых встреч!